Уже 92-й год они открываются «Павлинкой». Легендарным спектаклем сегодня начинает новый сезон Национальный театр имени Янки Купалы. Постановку дадут во Дворце культуры профсоюзов из-за реконструкции родных стен трупа Купаловского. На данный момент практически готов фасад здания. Строители приступают к внутренней отделке старейшего театра страны. А пока у актеров новый сезон, в котором зрители ожидают две премьеры и большие гастроли по Франции. В смысле декорации все будет то же самое. Я хочу поменять склад артистов, обновить костюмы. Спектакль «Шмат год» идет. «Шмат десятигодий» идет. И тому, безумовно, треба до нового театра забить такой вариант цветочный.